Подготовку Одинцовского округа к предстоящим новогодним праздникам обсудили на еженедельном совещании в Звенигороде в рамках выездной администрации. Церемония зажжения новогодней иллюминации пройдет 12 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, рассказал глава округа Андрей Иванов. Во всех парках и культурно-досуговых учреждениях округа откроют гостиные и приемные Деда Мороза. В них подарки будут вручаться социальным категориям детей. Уже подготовлено более 36 тысяч подарочных наборов.